Сегодня во всей стране отмечают День знаний. Праздник школьников, студентов и, конечно, их родителей и учителей. Торжественные линейки прошли во всех учебных заведениях округа. Например, Искательская школа принимала сразу 5 первых классов. И для них сегодня все впервые. Первая линейка, первый урок, первая учительница и, конечно, первый звонок. Еще совсем неуклюжие, больше сотни семилетних мальчишек и девчонок с огромными букетами в руках и улыбками на лицах. Вчера они были дошколятами, а уже сегодня их торжественно посвящают в первоклашке. По ту сторону зала взволнованные мамы и папы, дедушки и бабушки. Поздравить начинающих учеников с новым этапом в жизни пришло немало гостей. Среди них глава региона Игорь Кошин. Когда-то он и сам закончил Искательскую школу. А сегодня дает напутственное слово малышам. Вы пришли в школу, вы найдете новых друзей, вы получите новые знания. Вы будете взрослеть каждый день. И именно от вас зависит, какой будет наша страна через 30-40 лет. Я хочу вам пожелать успеха, получать много-много новых интересных знаний, приобретать новых друзей. Всего вам самого доброго. Будете хорошо учиться. На праздничной линейке новое звено школы торжественно клянется учиться на пятерке. Только после этого в руки первоклашкам передают символический ключ от школы. И вот он, самый трогательный момент Дня знаний. Вместе с первоклашкой звонок подает Антон Живлаков. Будущий выпускник признается, нахлынули воспоминания. Промелькнуло воспоминание о том, как я первый раз пришел вот в школу в эту, на линейке тоже так же стояли. Когда напутствие даны, звонок прозвучал, малыши расходятся по своим кабинетам. А мы отправляемся в первый В-класс. Здесь 28 маленьких учеников. Они рассаживаются за парты и с любопытством разглядывают одноклассников. С небольшой опаской они думают о том, что же их ждет впереди. Ты волнуешься? Такой ответственный день. Букет готовили, одевались, встали в 7 утра. Ну ты переживаешь? Да. Почему? Потому что это для всех важно, что идешь в первый класс. Но больше всего здесь волнуются, конечно же, родные главных виновников торжества. Любовь Финина в так называемую страну знаний сегодня отправляет самого старшего внука. В силу того, что и с детьми со своими приходилось волноваться 1 сентября, а сегодня с внуком это особое волнение, особая тревога и, конечно, радость. Радость за то, что мы можем проводить ребенка в школу, радость за то, что наши дети выросли. В общем, очень сильно волнуюсь. Папа фотографирует своих первоклашек, а мамы тем временем поправляют галстуки сыновьям и переплетают выбившиеся косы девочкам. Мария Веселова в первый класс сегодня привела дочь Ульяну. Учиться планирует на одни пятерки. У нас в садике был русский, ну, там мы писали, мне он... Это было мое любимое занятие. Еще у меня было любимое занятие – рисование. Честно скажи, сама-то хотела в школу идти? Да. Почему? Потому что я хочу учиться. Есть ли волнение сегодня? Да, конечно. Я думаю, безусловно, у каждого родителя волнение. Мы знаем, что нам предстоит, поэтому как-то нам это не впервые, и мы более-менее уже адаптированы к этому. И вот, наконец, шум в классе утих. Начинается первый в их жизни настоящий школьный урок. Построить, чтобы путешествовать по стране знаний, конечно, ребята, без книг нам никак не обойтись. Первые школьные книги, азбуку, математику и окружающий мир каждому первоклашке лично в руки передает Галина Атангулова. Она один из самых опытных педагогов Искательской школы. Учителем начальных классов женщина работает уже 37 лет. А малыши, которые пришли к ней в этом году, юбилейный 10-й набор. Любой выпуск, какой бы ни приходит, самый-самый-самый дорогой. Неизведанное нас ждет. Так что будем изучать вместе. Волнение, как всегда, перехлёстывает. Стараюсь подружиться, стать настоящим другом. А друг всегда помогает в беде. Так что мы учимся вместе. Они меня чему-то учат,
а чему-то я у них учусь. Главное сейчас заинтересовать вчерашних дошколят к обучению. Впереди у этих малышей новое, неизведанное, с большими требованиями и ответственностью, домашними заданиями и первыми взлетами и падениями школьная жизнь. Разглядев новые учебники, первоклашки бережно складывают их в рюкзаки и расходятся по домам. А уже в понедельник они приступят к полноценному учебному процессу. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».